Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин проверил готовность двух предприятий к участию в 7-м международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Швейные объединения региона представят на крупнейшей военной выставке собственную продукцию. Ознакомившись с готовыми изделиями, премьер-министр отметил, что с момента открытия организации добились немалых результатов в своей деятельности. За короткое время вы продвинулись далеко вперед и продолжаете набирать обороты. Уверен, что на форуме, где вы проявите весь свой потенциал и зарекомендуете с лучшей стороны, нас ждут новые успехи, отметил премьер. На сегодня, по словам руководителя швейной фабрики Ислама Мистуева, пройдя обучение с привлечением турецких специалистов, задействованы порядка 200 человек, в то время как планируемое количество штата должно составить 1500. Самое главное, с вами есть делегация, специалисты, достойные представители фирму и республику. Да, и надо было рассказать. Ну, это, конечно, больше такое уже производственное дело, но то, что я сегодня увидел, реальный рост сотрудников, реально рост технологический. То есть совершенно другая фабрика. Совершенно другие подходы, поэтому спасибо вам, что вы вкладываете денежные средства в развитие нашей республики, и мы создаем новые рабочие места. До 1500 – это просто фантастика на одном рабочем месте.